На приемах главы бывает немало предпринимателей. Дмитрий Михайлов просит главу помочь оформить бювет на Пионерском проспекте. Сергей Сергеев напоминает, только через конкурсные процедуры. Они прозрачны и доступны для всех участников. О законе приходится напоминать и Сергею Малашенко. Без разрешения построил магазин в Уташе. Налоги самострой не платит, при этом пеняет главе сельского округа на отсутствие дорог, тротуаров и освещения. Сергей Сергеев подчеркивает, судебное решение поставит точку в этой истории. А заявитель, в свою очередь, готов исправить положение и сделает свой бизнес легальным. С Александром Македонским Сергей Павлович обсуждает появление площадки для тренировки собак. Мы обратились в архитектуру. Архитектура, там свои варианты. Ну, станица Анапская тоже на улице Советской, там в самом тупике. Там есть как бы непригожее место, там и болотистое, и горное. Ну, а там что, пустой земельный участок на Советской? Там пустой земельный участок. Ну, формируйте, давайте, для этих целей. Если там правила землепользования и застройки позволяют, и чтобы соседи не возмущались. Если закон позволит, то земельный участок можно оформить в долгосрочную аренду, но с временными некапитальными конструкциями. И вновь прозвучал вопрос о транспортном обслуживании жителей СОД «Колос». На 115-м маршруте автобус не нужен, пытается убедить Сергея Павловича, начальника отдела по транспорту. Но если люди настаивают, значит, есть причины. Не должны люди как селедка ехать. А мы ездим как селедка. Вот о чем речь, Юра. И я второй раз об этом говорю. Третий раз я выйду туда сам, но уже без вас, дорогие друзья. Повторно выехать и изучить ситуацию досконально – это поручение главы. За последние 2 года количество жителей в садоводческом товариществе насколько увеличилось? Ты можешь сказать? Не готов вам. А тогда на основании чего ты принимаешь вот эти решения? Скажи, это основа, это фундамент, от чего ты должен стартовать. А потом этих жителей разложить. Пенсионеры, школьники, детский сад, то есть… Ты должен определить, день на день не приходится, понимаешь? Мы можем по дворам пройти там, вот тебе помощники сидят. На каждый озвученный на приеме главы города вопрос будет подготовлен ответ.